накануне концерта Игоря Крутого, где участвует Димаш наш дорогой. Вот встретились с Караганды, как вас зовут? Гульнара. И его сын Артур. Вот они пришли на флешмоб. Артур заводил людей. Все песни Димаша знает, оказывается. Рахмет. Вот. Салем. Откуда ты знаешь Димаша? Расскажи, пожалуйста. Я знаю Димаша уже 2 года. Первый раз, я помню, мама мне показала его выступление, когда он в Китае был на концерте I'm a Singer. И с тех пор я просто это люблю его песни, люблю его, это благодарен ему. Просто столько много энергии, столько много веселья. Столько много души. Спасибо большое. Спасибо. Действительно, он заражает энергией. Заражает. Настолько на весь день, на всю неделю, на весь день все проблемы куда-то вечером уходят, когда слушаешь и понимаешь. Рахмет. Спасибо большое. Вот. Какие Рахмет. Они купили билет на 10 декабря. Да. Привет, Димашу. Любим тебя. Рахмет, Синдерге, рахмет. Кездескенше. So much. Баха ты был. Завтра жил. Удачи во всем, Димаш. Всего хорошего тебе. Это молодой человек признается в любви и просит руку и сердце. Молодой своей девушке перед фанатами Димаша. Это, конечно, мероприятие. Ура! Счастья вам! Успеха! Вот, молодые люди. Он решил признаться в любви, попросить руку и сердце. Пожалуйста, мы свидетели этого мероприятия. Ура! Димаш Кудайберген. Thank you very much! Маэстро. Игорь Крутой! Димаш. I want to say a lot of thanks. Like, thank you very much. Love you too. I want to say a lot of thanks for my Маэстро, Игорь Яковлевич Крутой.
I think for me, he's number one composer. Really, it's Joe. No, it's not Joe. I have worked with a lot of composers around the world, but for me, Игорь Крутой, he's number one. Thank you very much, Кайса. Димаш! Димаш! Үлкен рахмет!